Ежегодно десятки юных атлетов со всей области приезжают в Брест, чтобы сразиться за звание самого быстрого, ловкого и физически подготовленного спортсмена в рамках традиционной спартакиады. Данный проект инициирован представительством НОК Беларуси в нашей области и проводится с 2008 года. Во время таких встреч самое главное – это общение между опытными спортсменами и начинающими, между теми ребятами, которые уже почувствовали вот эту гордость за свою Брестскую область, за свою страну, когда они уже побывали на пьедестале почета. И те ребята, которые проходят вот самые, пусть небольшие ступеньки побед, но все они в конечном итоге при надлежащем старании могут привести и к высоким результатам. Главные цели, которые ставят перед собой организаторы мероприятия, это вовлечение молодежи в олимпийское движение, поощрение наиболее активных атлетов и создание спортивного резерва. Преемственность поколений – важная составляющая победного пути любого спортсмена, так как именно пример земляков, которые смогли добиться высоких званий и наград, способен вдохновить на новые свершения и победы. Многие из таких именитых спортсменов сегодня – тренеры, и от их работы зависят будущие рекорды. Там, где есть сегодня кадры, вот в Брестской области тяжелая атлетика, пулевая стрельба, гребля академическая, байдарка и каноэ, значит, фехтование, легкая атлетика, там есть результаты. Там, где таких специалистов нет, там и результаты послабее. Поэтому, конечно, сегодня главная, основная задача всех структур и управления спорта и туризма, федераций, вот нас, руководителей спортивных объектов, и там, где особенно есть команды, есть спортсмены, ну, создать условия и сделать по максимуму все. Юные атлеты признаются, что подобное соревнование – замечательная возможность испытать собственные силы. Далеко не каждый из них собирается связать свою жизнь со спортом, но все они уверены, что тренировки и физические нагрузки принесут неоценимую пользу их здоровью и самочувствию. Спорт вообще это, ну, как бы, требует работы над собой, труд, терпение. Спорт дает человеку, ну, многое, например, то, что мы становимся здоровее, там, сильнее. Нужна гибкость, стойкость, отличное чувство характера. Должен быть твердый характер, как тренер говорит, стержень. За вклад в развитие олимпийского движения ряд брестских тренеров, руководителей и коллективов спортивных учреждений были награждены почетными грамотами областного представительства Национального олимпийского комитета. Обращаясь к юным спортсменам, олимпийцы и представители НОК пожелали им высоких результатов и установления собственных рекордов, которые со временем обязательно перерастут в мировые.